И всем доброго дня. Оказывается, праздники, 4 дня, шуметь вообще нельзя. Поэтому мы находимся, скажем так, на другом объекте ребят, которые уже заканчивают. Осталось буквально подкрасить плинтуса и поставить дверные коробки. И если детально обойти всю квартиру, полностью присмотреться, то помните мою спальню? Фу, так сейчас никто не делает, цыганщина, фу! Так вот, что находится здесь, это вообще отдыхает. Это специальный дизайн, разработан за дорогущий, то есть дизайн-проект. Он выполнен, реализован. И то, что я сейчас вам покажу, ну, смотрите, делайте выводы, как живут люди, у которых дофигища денег на крутые ремонты. Ну да, к съемкам мы подготовились, конечно, вообще. Тут на полках кто-то плесень не сдул. Где мой оператор? Эй, блядь! Чпоньк. О, скоро не так же будет. Так, а что ты меня снимаешь? У нас нету красивых актрис, поэтому рассказывать буду я. Отдали камеру. Мы находимся на кухне, которая, как всегда, вы будете спрашивать, сколько она стоит. Мой дом стоит фундаментом, стенами, крышей, окнами 1 080 000. А вот с этой микроволновкой, которая стоит 70 тысяч, по-моему, без платформы, вот эта кухня стоит 1 120 000. Давайте посмотрим, да, что тут такого-то. Золотые ручки. Золотая раковина, ну, как вы любите, да? Если вы сейчас смотрите из табора, поставьте лайк. О, водичка есть. Ой, классно-то как, ух. Ну, естественно, вся встроенная техника. Золотая оправа на полках. Вон там плесень не протерта, для съемок подготовили. Так, вон там паук повесился от цены, конечно, понятно. Так, тут есть еще золотое? Нет. Вон золотые оправы на стеклянных полках. Это, я так понял, требушет для вина или что-то такое. Какие-то кнопочки. Потыкать. О, классно. Тут непонятно для чего. О, карета. Вон там плесень, смотри, сколько там. Не подготовились. Если с меня смоют мебельщики, ваши косяки, вот они все. Тут все, ничего нету. Еды нету, что ли? Тут где-то на холодильник находили. О, тортик. Свеженькой, нормально. Ну, там сейф раз закрыто, понятно. Че. В общем, классная кухня. Тут почти все, даже треки золотые. Сзади оператора находится дорогая люстра. Сколько стоит, даже оператор не в курсе. Ну, классно, как вы любите, все в золоте. И сейчас не самое интересное. Вот пойдемте в ванную комнату. Три петельки. Так, оператор не хочет рассказывать, придется мне рассказать его словами. Вопрос от зрителей. Так, писал, ну не знаю, скорее всего писали вопрос в вот такой позе. Это насколько должен быть подвешен язык, чтобы впарить людям вот такую дичь?
Ну, дичь — это в смысле сантехника, премиум качество, все самое дорогое. Ну, в принципе, если своими словами объяснять то, что мне объяснили, то все просто. Не берем сантехнику, берем, допустим, автосервис. Приезжает мужик на Мерседесе, говорит: ребята, хочу поставить нормальную тормозную систему. Вы так поворачиваетесь и говорите: да зачем тебе, чувак, вот это градно, поставим нормально. Еще никто не вернулся с смущениями. В принципе, вообще никто не вернулся. Говорит: не нравится, говорит, не сделайте мне, как я хочу, я пойду в другой автосервис. Вот тут, по сути, то же самое. Так, ну и самое вкусное в этой серии — это санузел. Ой, кто-то, я не знаю, кто-то прям табор последние зубы коня продал. Плафоны позолота, 3 штучки. Петли все золотые, двери итальянские из настоящего дерева, замки золотые, ручки золотые, подмывальник, как он там правильно называется, золотой, душ золотой, вот эта вот чаша поливающая тоже, направляющие душевой кабинки тоже, ванна из чистого мрамора, ну, блин, я не знаю. Ребят, у меня просто нету вкуса. Поэтому тут, ну, дорого-богато. И ты вот представляете, когда люди с такими бюджетами, а мы им сантехнику, ну, то есть, ребята, электрику делают из полипропилена и алюминия. Естественно, никакой репутации, никакого вкуса, никакого чего. Там у них разговор короткий, приходит, говорит: мы хотим самое дорогое, ну и качество на высшем уровне. Ну, не справитесь, до свидули, а то еще ноги поломаем. Вот и все. Люди берут на себя и качество, и ответственность. В принципе, классно. Хотел бы себе такое? Бесплатно? Хотел, конечно. На вопрос, что я тут делаю, ну, я уже говорил, я тут пришел подучиться. То есть я могу сделать бюджетный вариант, то есть из говна, палок и глины сделать что-то среднее. А вот с нормальным инструментом, с нормальным материалом сделать красиво, я думаю, опыт лишний не будет. Поработать в команде, там, лет 5-10, научиться, и потом будем бомбить второй дом. А может, раньше посмотрим. Но вот когда я сам вот так вот сделаю, не только у себя дома, вот тогда будем считать, что я хоть чему-то научился. Ну а пока возвращаемся домой, там у нас много работы. Давайте. Ну и в конце красивая проводочка, как тут все сделано на предпоследнем этапе.